И всем привет! С вами Лего. И я возвратился из своей супер-пупер закупки, о которой я говорил в ранних наборах. У нас сегодня крейтер. То есть маленький сейчас набор я вам покажу. От 6 до 12 лет, 3.1.0.15, артикул его, и это Лего крейтер. 3-in-1. В общем, тут три модели. Больше всего, который мне нравится, паровозик. Вот это мне вообще штуковина не нравится. А вот вагончик, прицеп, в принципе, нормальный. Колесо один к одному. И вот такая картинка сзади с моделями другими. Также с нашим паровозиком. А буду показывать я только наш паровозик. Ну, особо о нем нечем говорить. Но я все-таки попытаюсь что-то сказать. Кстати, это стекло довольно редкое, вот это. Ну, ездит он хорошо. Вот на таких колесиках. Маленьких и больших. Тут есть у него прицеп. Вот. Это труба. Также можно сделать вот так, если вам хочется. В общем, просто маленькая копия старого такого теплоходика. Чё я несу? Какого теплоходика? Паровоза. Да, что-то я такое нескладное несу, да. Ну, такой вот набор. Кстати, цена его 299 рублей, то бишь 300. Ну, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки, только объясняйте, почему в комментариях внизу. И всем пока. С вами был Лего.